Всем привет! В нашем любимом хомячке уже скоро листинг. Мы так долго играли, набивали всякие разные монетки, выполняли задания, комбо, карточки, шифры. В общем, классно проводили время, как и хомяк говорил. Хомяк говорил странно, мы уже разговариваем с хомяками. Но так или иначе, уже скоро будет листинг, и нам нужно к этому подготовиться, чтобы получить уже реальные деньги. Подготовиться к выводу и постараюсь в этом видео максимально пошагово рассказать, как это сделать. Первым делом нам нужно скачать кошелек, на который мы будем выводить деньги. Кошельков бывает несколько видов. Ну, самый удобный, самый надежный будет скачать кошелек TonKeeper. Они есть разные, но, поверьте мне, этот самый удобный. Просто набираем в Play Market либо в App Store TonKeeper. Выглядит он будет подобным образом, он у меня уже скачан. И дальше заходим в него и продолжаем в нем регистрацию. Когда мы зайдем первый раз, будет выглядеть следующим образом. У нас будет вариант подключить существующий кошелек. Если у вас есть кошелек TonBeta, или как он, SpaceBeta называется, именно телеграммовский, можно добавить его сюда. И также из TonKeeper управлять им. Но мы создаем новый. Нажимаем создать новый кошелек и придумываем для начала свой код для вхождения в кошелек просто на телефоне. Далее мы видим подобную главную страницу, и здесь уже можно начать полностью пользоваться кошельком, но для того, чтобы максимально обезопасить себя, нам нужно создать резервную копию, получить свой секретный ключ. Это будет самым главным доступом, хранилищем, своим самым надежным паролем. Для своего кошелька будет 12 либо 24 слова. В TonKeeper, по-моему, 24. И с помощью этих слов любой человек может получить доступ к этому кошельку и завладеть вашими активами. Поэтому храните эти слова аккуратно. Случайно никому не покажите, не слейте нигде. Иначе можете потерять все свои активы. Нажимаем «Создать резервную копию». Подтверждаем. Вводим свой пин-код. И видим свои 24 слова. Обязательно запишите их. Либо сохраните куда-то. Но самый надежный способ – записать, положить под подушку. И тогда они будут только вашими. Я вас предупредил. Проверяем секретную фразу. И дальше уже можете пользоваться полноценно кошельком. Можете его в настройках под себя как-то подредактировать, чтобы вам было удобнее пользоваться. И для получения нажимаем либо просто на адрес, то есть у вас баланс 0 долларов. Нажимаем на адрес, будет скопировано, либо нажимаем кнопку «Получить», у вас будет QR-код. И также можно будет скопировать адрес своего кошелька. Далее мы переходим в приложение Hamstall Combat и в правом нижнем углу видим кнопку AirDrop. Нажимаем на нее. Здесь нажимаем «Подключить свой кошелек Ton». Выбираем «Подключить свой кошелек Ton». Выбираем TonKeeper. Далее соглашаемся. Да, разрешить. Подключить кошелек. Уже в приложении TonKeeper. И нас возвращают обратно в кошелек Hamstall Combat, и здесь видим, что все прошло успешно. Итак, мы привязали свой кошелек. Для того, чтобы заклеймить свои токены, то есть получить их, нам нужно будет заплатить комиссию в тонах, потому что хомяк будет листиться внутри блокчейна тон, и здесь все оплачивается комиссией. Комиссии именно в тонах. Для того, чтобы получить тоны, в настройках Телеграма мы переходим в кошелек. В кошельке есть такой раздел, как P2P. Заходим в P2P, нажимаем «Купить». Здесь выбираем способ оплаты, какой банк нам будет удобен. Выбираем подтвержденную личность продавца. Ну, так будет надежнее, потому что за сделкой у Телеграма подтвержден паспорт человека. Выбираем валюту, которая нам нужна, которую мы будем оплачивать. Выбираем крипту, которую нам нужно получить. В нашем случае это тон. И выбираем сумму покупки. Рекомендую купить примерно на рублей 800, это будет 1 тон, тогда точно хватит на покрытие всех комиссий,
Ну и с запасом будет у вас храниться. Стараемся находить, где у человека много сделок и большой процент их выполнения. То есть вот третья сделка с LoonyBee нам подходит, заходим, выбираем купить, здесь стоит метод SBP, нажимаем купить, здесь будет, ну, человек пишет метод SBP, то, что ему перевод на Тинькофф, и сумма, которую мы получим, и сумма, которая нужно нам будет перевести. Нажимаем создать сделку, далее у нас будет подтверждение сделки и конкретно указанные реквизиты, которые сделка создана успешно. Посмотреть. Плата СПП. Можете потерять средства. Учитывайте все риски. Все, мы переходим в свой банк и переводим сумму, которую человеку нужно перевести, 800 рублей. Потом нажимаем подтвердить платеж. Не пытайтесь здесь кого-то обмануть. Здесь все уже научены опытом. Так что следите за репутацией, потому что в случае чего ваш кошелек могут просто заблокировать. И вам будет сложнее всем этим пользоваться, создавать новые кошельки и так далее. Нажимаем «Платеж отправлен», и после подтверждения сделки от продавца вам придут монеты на счет. Ну, я это выполнять не буду, у меня и так есть тонны. Нажму «Отменить сделку». Тоже не рекомендую часто отменять сделки, это также повлияет репутацию. Но в моем случае одна сделка ни на что не повлияет. Я просто переведу, ну, у меня уже есть на Тонкипере немного тонов, поэтому я смогу оплатить комиссию и так. Итак, хорошо, допустим, у нас все получилось, и мы получили свои токены, у нас свой кошелек, и какой у нас дальше алгоритм действий для того, чтобы вывести их уже в реальные деньги, в реальные рубли. Мы точно так же можем их вывести в тоны и продать тоны на бирже. На бирже какой-то внешний, далее расскажу об этом, либо, ну, продать внутри кошелька, точно так же, как и мы покупали тонны. Но у вас валюта будет, соответственно, сначала хомячая. Покажу на примере. Ну вот есть у меня какой-то мими токен. Здесь есть вкладка обмена. То есть можем обменять свои токены на, к примеру, тонны. Здесь я выбираю мими. Здесь выбираю, к примеру, тонны, либо USDT. И то можно в случае чего будет продать. И выбираю количество. Но в чем фишка свапа именно внутреннего кошелька? То, что этот гад сожрет у нас много комиссий. То есть здесь у нас комиссия блокчейн ФС от 0.08 до 0.25. И такое, в принципе, на всех подобных кошельках будет. Поэтому этот способ быстрый. Возможно, если для вас в приоритете продать быстрее и не сильно напрягаться, то можете воспользоваться этим способом. Но я покажу более такой гуманный для ваших комиссий, потому что в момент, когда все будут продавать, комиссия и загруженность сети будет большая, и за комиссии можно будет заплатить и реально, ну, не маленькие деньги. Тем более мы еще не знаем, сколько мы получим. Будет это $100, 1000, либо, возможно, $10, и там заплатить ту же комиссию в $5. Ну, будет уже многовато, поэтому рекомендую воспользоваться внешней биржей и отправить на кошелек именно этой биржи. Главная биржа, которая будет листить именно хомяка, это, скорее всего, будет BingX. Они, как пользоваться, я покажу дальше. Возможно, скорее всего, это будет также Bybit, OKX. Все ссылки я оставлю для регистрации ниже. На бирже нам нужно будет получить адрес кошелька. То есть мы его сюда вставляем. И важный момент еще, это комментарий. Комментарий, либо он будет называться мема, либо тег. Его обязательно нужно вести, иначе ваши деньги просто потеряются, и вы ничего не получите. Вставляем сюда адрес, сюда вставляем мема, комментарий, и нажимаем кнопку «Продолжить», и отправляем наши хомячие деньги уже на биржу. Ну вот мы и перешли на биржу BingX. Для того, чтобы получить здесь свой адрес кошелька Тона, хомяка, нота, без разницы переходим в активы. А еще скажу, что биржа не требует полноценной верификации для того, чтобы отправлять
криптовалюту, но для вывода именно через P2P на свои банковские карты вам нужно будет подтвердить, соответственно, и свой паспорт. Но в этом ничего страшного нету, так что делайте здесь все достаточно надежно, но опять же на свой страх и риск, насколько вы доверяете всем этим биржам. Я, в принципе, давно пользуюсь и везде подтверждал, и никаких проблем, как говорится, никогда не было. Переходим здесь в правом нижнем углу активы и вводим, нажимаем депозит, выбираем криптовалюта и для примера покажу пока на ноте. Здесь нажимаем сгенерировать адрес, у вас будет первый раз, и видим адрес депозита. Не пугайтесь, если вы не находите мема его на бирже BingX для нота, для тона нету. Но обращайте внимание, если вы вводите на другую биржу, к примеру, на Bybit, здесь вот когда выбираете тон, здесь у вас уведомление даже, биржа и красно выделено тег мема, его обязательно нужно будет вводить. Так что здесь на BingX все попроще с этими монетами и можете не переживать. Ну, в целом я вроде все вам рассказал, все показал. Будем ждать большого жирного дропа. Также подписывайтесь на YouTube канал, подписывайтесь на мой Telegram. В Телеграме информация выходит, конечно же, чуть быстрее. Плюс там очень много сейчас проектов, в которых также можно поучаствовать, если вдруг вы не зашли вовремя в хомяка, в ноткоин и так далее, то там много проектов, которые стартуют именно сейчас, и можно взлететь, получить реально хороший дроп. В любом случае, спасибо за просмотр. Пишите, все ли я подробно рассказал, получилось у вас вывести или нет. Вроде все сделано пошагово. Посмотрите в комментарии, ребята там отпишутся, если что-то накосячил. И уже посмотрите на их опыте, не накосячите вы.